Утро маленького городка, без отдыхающих. Да, как говорится, только свои. У нас тут была проблема со Сбербанком. Мы переводили деньги, и нам их возвращали. Вот вчера наконец-то прислали смс-ку, что проблема разрешилась. Я с утра поехала, думаю, заплачу денежку. А в субботу-то и воскресенье банк-то не работает. Любят люди отдыхать в Крыму. Сейчас скажу, посмотрю еще. Генбанк, по-моему, тоже не работает в субботу-воскресенье. Это получается, зря я притащилась. А сегодня еще ночью уснуть не могла. В 4 утра только где-то уснула, может, и 4:30. Ну, а в 7 часов, извините, животные проснулись. А так как их теперь трое, и они начинают ходить по тебе все, разного веса и размера, то хочешь, не хочешь, встанешь. Ну вот, пожалуйста, Генбанк закрыт. А я что-то так была у меня. Была у меня такая мысль. Еще Алинке говорю, она говорит, да ну, до обеда-то работают. Фигули на рагуле. Будут они в субботу работать. Так, ну ладно. Раз такое дело, пойду-ка я на море схожу. Давно не была. Соскучилась. Так выглядит эта улица, ведущая к пляжу, к центральному. Ну нет отдыхающих, уехали все. Ой, а сейчас все листочки опадут и будет. И вылезет вот это все наружу. Вот уже повылезало. И будет страшнее. Вот видите, вот самый центр. Летом не видно так. Неужели мне нужна площадь здесь, вот эта? Давно бы все убрали бы, расчистили, да построили что-нибудь путное. Вот это тоже. 3 года мы живем, так оно и стоит. С разбитыми стеклами. Никаких тут сувениров не продают. Ну, про это я вообще молчу. Хоть бы баннерами закрыли. Да. Совсем недавно бурлила жизнь. Я говорю, никак я не привыкну к этой сезонности. Здравствуйте, мои дорогие. Вот опять я с вами. Грустно, меня прям вот при виде пустого пляжа.
вот солнышко выбилось. Тучи вроде расходятся. Нам повезло. Вон в Краснодарском крае позатопило все. А у нас так. Землю полило. Спокойные дождички. Только ветер был сильный очень. Ну, я, как всегда, же ракушки собираю. Не знаю, куда я их столько. Ну, все думаю же, уедем. Бог даст. Правда, когда это будет? Море такое спокойное. А ночью мне не спалось. Я смотрела канал «Саранча». Тёзка моя снимает. Если кто не знает, посмотрите. У нее такие душевные. Тихо сам с собой. Я очень... Мне так было интересно, как они пробуют с мужем консервы, продукты, которые раньше не пробовали. Прикольно. Вообще очень хорошая женщина. Добрая, умница. Посмотрите, посмотрите. Что это? Я прям наткнулась. Что это? Это живое? Или что это такое? Слушайте, огромное что-то. Ой, какой кошмар. Это ж меня. Метра полтора в длину. Еще не видела, что вот выбрасывала на берег такое большое. Что, Ихтиандр, до следующего лета теперь один будешь, никто по тебе лазать не будет. Привет, миленькая, все разъехались. Да нет, я тебя не возьму. Не могу, у меня уже трое, моя дорогая. Господи. Ой. Ну, грустно ведь зрелище, правда? Их, видимо, кормят здесь в авокадо, и вот они прям охраняют. Как-то тепло, мне прямо вот в плаще жарко. Ну, ветер такой порывами.
Смотри, какой лежит, как на выставке. Ну что, нашла я РНКБ, который работает по субботам. Потеряла целый час. Результат тот же самый. Что-то у нас какие-то проблемы со Сбербанком, с переводом денег. Непонятно. Да, тут все время проблемы какие-нибудь. Шиповник. Ой, съездить бы за грибами сейчас, да шиповнику нарвать. Но нет возможности пока. Вот это, я считаю, жизнь удалась. Вот они, гладкие, сытые. Вот еще. А потому что тут наша ряба. Красавцы такие. Когда-то 30 лет назад у нас была собака водолаз. Звали ее Люська. Ой, такая была шлюха. Не приведи Господи. Мой любимый дворик. Ну, тоже своя красота в этом есть. Ну вот, я и прошла весь Черноморск. Сейчас зайду в магазин и поеду домой. А чего хожу? Потому что Алинка спит. Заодно и прогулялась. Там ветеринарка. Да, бабушка теперь только в магазин таскается за наполнителем, кормом, молоком. Так, один все, да? Какая красота!